Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ЗАБ-ТВ. В четверг, 18 февраля, синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура ночи минус 18, минус 20 градусов, днем минус 8, минус 10. Атмосферное давление достигнет отметки 705 миллиметров ртутного столба и ближе к вечеру начнет слабо расти. Пока, погоде это все. Удачного дня и до встречи в эфире!